Скажите, пожалуйста, как меня слышно? Как меня слышно? Да, хорошо меня слышно. Итак, дорогие друзья, с таким, скажем, настроением я была представлена, а общий фон или общий тон нашей сегодняшней встречи я хочу задать с первых кадров. Это просто обобщенный опыт руководства маленьким учреждением культуры, находящимся в самом водовороте социально-культурных событий города. И, наверное, я сегодня, скажем, не столько творчески, с энтузиазмом или с настроением, скорее вот с таким анализом деятельности и желанием поделиться этим опытом с заинтересованными коллегами. Итак, значит, давайте познакомимся. Людмила Петровна Заика, заведующая библиотекой номер один библиотечной системы города Сочи. Библиотека носит имя Александра Сергеевича Пушкина. Мой стаж в сфере культуры уже более 30 лет. Как ни странно, в 16 библиотека была первым моим местом работы. Далее потом я много работала в культурно-досуговой сфере и работала художественным руководителем различных культурно-досуговых центров. Но вот с приездом из Сибири в Сочи судьба привела меня снова в библиотеку. И вот уже 8 лет я руковожу этой библиотекой и искренне считаю себя библиотекарем. Вот так выглядит наша библиотека имени Пушкина. Это отдельно стоящее здание, очень маленькое, в центре города, на пути центрального спуска на городской пляж. Значит, поэтому ее местоположение диктует нам основную целевую аудиторию. Это огромный поток отдыхающих со всей страны. Вот. Вот так выглядит библиотека изнутри и снаружи, с другой стороны. Читальный зал на 30 посадочных мест, лестница историческая, абонемент с тремя сотрудниками. И вот таким образом вы познакомились с местоположением нашей библиотеки. Почему я хочу поделиться с вами о формировании имиджа маленькой библиотеки в большом городе? Почему проблема, допустим, почему я вывела это в проблему? Да элементарно, потому что множество очень красивых библиотек, которые становятся модельными, которые мы видим сейчас в интернете, как они оснащаются, какой мебелью они обставляются, как это реорганизует их деятельность. Да, таких библиотек много, но я думаю, что еще больше таких библиотек, как наша. Маленьких, в большой библиотечной системе города Сочи 17 филиалов. Есть центральная городская, очень крупная библиотека, красивая. Есть центральная детская городская библиотека, есть юношеская библиотека. И есть еще филиалы поменьше, вроде нашей библиотеки. Да, это памятник архитектуры. Я сразу по ходу буду отвечать на вопросы в чате. Библиотека является памятником архитектуры краевого значения. Она была построена 110 практически лет назад библиотекой на пожертвование горожан. И к чести сочинцев и администрации города библиотека пережила вместе со страной все метаморфозы времени,
и экспроприации, и приватизации, и осталась библиотекой. Это накладывает на всех работающих в ней и вообще, собственно, на существование самой библиотеки огромную ответственность, потому что миссию библиотеки, ту самую историческую, ее необходимо держать на высоте, поддерживать. Иначе, извините, стыдно перед предками, стыдно перед городом, если вдруг это здание, эта библиотека перестанет быть таковой. Но, скажем так, вернусь к проблеме. Множество библиотек, которые еще только на пути вхождения в программу «Модельные библиотеки», которые еще пробуют только себя в проектной деятельности, но вместе с тем они живут сегодня, здесь, сейчас, в этом городе, и каждый день доказывают свое место быть в городской и социально-культурной среде. Значит, итак, мы познакомились с библиотекой, и далее я назвала следующий пункт нашего общения, с чего начать или полет фантазии не ограничен. Я буду постоянно возвращаться за подкреплением к собственному опыту и опыту руководства этой библиотекой для того, чтобы показать, как мы приходили к решению той или иной задачи. Естественно, поправки на ваши обстоятельства, условия, либо какие-то другие факторы, влияющие на деятельность, они неизбежны. Но я на примере нашей библиотеки и вот собственных, скажем, инструментов, которые опробованы мною, хочу показать, как трансформировалась деятельность учреждения за 8 лет при помощи тех или иных действий. Итак, с чего начать или полет фантазии не ограничен? Честно ответить на вопросы перед самой собой или самим собой. Начать, как всегда, нужно с себя любимого. Вот если вы руководитель библиотеки или сотрудник с творческой жилкой, или вас наделили полномочиями по созданию имиджа библиотеки в окружающей социально-культурной среде, первое, с чем нужно определиться, так это с собственной, своей профессиональной позицией. Позиций может быть много. Разнообразие, скажем, моделей поведения руководителя – великое множество. Но я для себя сформировала вот такие ступени. Честно ответить на вопросы. А мне это надо? То есть, чтобы формировать позитивный имидж библиотеки в социально-культурной, непростой очень городской среде, в это время, в этом месте, нужно четко понимать, что будет необходима концентрация всех твоих личных сил, умений, знаний, способностей, компетенций, и именно руководитель или лицо, которому делегированы эти полномочия, именно от него зависит, успешно ли будет подобное, скажем, подобные эксперименты в деятельности, да? Я себе ответила, да, мне это надо. В то время я только приехала в город Сочи. По разным причинам это может быть надо. Второй вопрос, зачем мне это надо? Зачем я буду прикладывать, жертвовать личным временем, прикладывать множество усилий? Зачем вообще мне это надо? Вариантов ответа на этот вопрос великое множество, и все имеют место быть. Одному это надо для продвижения, для карьерного роста в городской среде. Ну, как руководство библиотекой, это может быть первый опыт руководства маленьким учреждением культуры и цель продвигаться завтра, продвигаться в будущее, да.
Замечательная цель, прекрасный мотиватор. У других зачем это может быть надо? Может быть, просто за державу обидно. И может быть, профессиональная совесть, профессиональное самолюбие не позволяет сидеть за стеллажиком и тихо грызть свой бюджетный сухарик. Но, может быть, молодому поколению работников культуры это кажется странным, но это есть. Многие руководствуются именно вот таким, такую мотивацию выбирают, да? Зачем это еще, может быть, надо? Ну вот мне, например, у меня личный был свой мотив. Зачем мне это надо? Просто в сфере культуры работала дама, несмотря на нашу значительную разницу в возрасте, она намного моложе меня, но мы с ней поразительно схожи по темпоритму, по видению, по мироощущению и в том числе по профессиональному вот этому самолюбию, да. Она стала руководить централизованной библиотечной системой города, пригласила меня для руководства этой библиотекой и поставила передо мной определенные задачи. И я просто понимала, что я очень уважаю эту целеустремленную, амбициозную девушку, и я не могу не оправдать ее доверие. Вот мне это было надо за этим, в том числе. И третий вопрос, на который нужно честно ответить перед самим собой. Есть ли у меня группа поддержки? Внутри библиотеки, снаружи библиотеки. Это вот та группа, которая в огонь и в воду за тобой. Либо ты бы хотела или хотел, чтобы она была в огонь и в воду за тобой. Это группа единомышленников. Вот четко от этого зависит очень многое. Если ты один впереди на лихом коне, и сзади нет твоей армии, то это одна концентрация твоих сил личных. А если у тебя за спиной хоть маленькое, но подразделение, которое тебя поддержит, продвинет, выполнит, либо поспорит с тобой, то это тогда другая позиция, которую ты будешь выстраивать как руководитель. Далее. Ну вот мы определились. Нам это надо. Вот нам точно это надо. Мы четко понимаем, зачем нам это надо. Мы знаем, что у нас за спиной, ну пусть 2, 3, 4 человека, но они есть. Далее что делаем? А вот далее начинаем мечтать. Мы ходим по любимой библиотеке. Мы набираем информацию в интернете, мы смотрим веселые картинки, и мы начинаем мечтать, какой я хочу видеть свою библиотеку, что будет на фасаде, из чего она будет состоять, из каких отделов, как будут выглядеть мои помещения, какой я бы хотела видеть атмосферу в коллективе сотрудников и вообще просто атмосферу в библиотеке, кого бы я взяла в коллеги, вы начинаете мечтать. Поверьте, проверено на себе. Мечты материальны, они сбываются и даже бывают независимо от ваших действий или бездействия, стечения обстоятельств и времени. Таким образом меняет внутреннюю и окружающее пространство, и внутреннее, что ваши мечты, они непременно сбываются. Далее, когда мы вот определили себе, какой будет библиотека, дальше мы начинаем анализировать себя любимую. Кто я в этой библиотеке? В соответствии с представленной мною атмосферой и всем прочим, да? Кто я такая? Предлагаю придумать образ обязательно. Подсказочки сделаю.
Ну, например, если вы представили библиотеку автомобиль, да, то кто вы в этом автомобиле? Водитель, либо вы мотор, который заставляет двигаться все остальные части, либо вы ходовая часть. Может быть, водитель кто-то другой, сотрудник вашей библиотеки, может быть, он моложе, активнее. А вы-то как руководитель кто? А вы, вот, либо вы тот бензин, либо вы еще какая-то часть автомобиля. Нужно четко определиться, я кто? Вот, в библиотеке, да? Ну, какой еще образ можно себе придумать? Это может быть корабль, капитан. Юнги, там, старшие помощники, мичманы, все что угодно. Вот придумайте себе этот образ наедине с собой. Определите себе роль в этом образе. И тогда уже в соответствии с придуманным вам вот этим образом, но я написала в презентации «или прообраз». Я, допустим, к определению своего образа или прообраза пришла, ну, в течение года. Я всегда говорю сотрудникам о том, что я барышня-крестьянка. Я ремесленник от культуры, и я барышня-крестьянка. Почему? Да очень просто. Библиотека в 2010-м, я пришла в 2013-м, библиотека в 2010-м году пережила капитальный ремонт с полным вывозом книжного фонда в другое место. И придя в библиотеку, первое, что мне пришлось сделать, возвращать постепенно, медленно фонд. Библиотекари знают, что это такое, когда каждую книгу нужно подержать в руках, протереть, просушить, определить ей место. Это очень нелегкая работа, которая требовала от коллектива грандиозных усилий. То есть основной рабочей одеждой на это время стали рабочие халаты, маски, перчатки по локоть, потому что это было пыльно, это было не совсем эстетично, но тем не менее. И, вы знаете, постепенно так сложился этот образ барышни-крестьянки в том плане, что я приходила за час, за два до работы, у меня был обязательно рабочий комплект одежды, я брала в руки тряпочку, метелочку, а местоположение библиотеки к этому обязывает. У библиотеки нет своей прилегающей территории, и поэтому подробности ночной жизни отдыхающих мы часто находили на крыльце, на своих подоконниках, остатки шашлыка и всякие прочие подробности. Вот. И все это, естественно, приходилось убирать, приводить в порядок. Затем к моменту открытия библиотеки для читателя подниматься в свой маленький гардеробный уголочек, переодеваться, рисовать на лице радость и улыбку и распахивать двери навстречу отдыхающим. Ну вот уже вот так вот 8 лет при помощи Александра Сергеевича Пушкина я работаю барышней-крестьянкой в этой библиотеке. Иногда преобладает крестьянка в зависимости от времени года и задач, поставленных городом. Очень часто субботники, очень часто различные такие дела всякие разные. Вот. Иногда преобладает барышня. В ходе презентации, естественно, вы увидите основные события библиотеки, наиболее яркие. Вот. И далее. Вы определились, кто вы. Ну, вашим прообразом может быть другой персонаж. Это может быть Мэри Поппинс. Почему нет, если детская библиотека? Это может быть Фрекенбок. Почему нет? Это тоже имеет место быть. Это может быть любой другой персонаж классической литературы. Или это может быть нарисованное вами какой-то образ. И вы же понимаете, что от вашего, скажем,
этого образа и зависит внешний имидж учреждения, потому что вы носитель этого имиджа, вы яркий его представитель. И, естественно, сам Бог велел вам отражать основное содержание или основное то направление библиотечной деятельности, которое вы хотите формировать и, скажем, целенаправленно работать. В соответствии этим образом или прообразом я бы советовала, ну, это такой маленький, скажем, режиссерский совет, да, придумать, найти себе слоган, девиз, кредо, найти себе. У вас же в помощь целые книжные полки и множество замечательных книг. И чем чаще вы будете повторять это свое кредо, лозунг, слоган, как хотите, тем, скажем, вы сами больше будете укрепляться в правильности своих действий. Ну, например, в 2014 году, в 2015 году, ну вот Украина, всякие политические события, приходили люди и пытались там митинговать, одни предлагали создать патриотический клуб, другие что-то, очень многие брюзжали по поводу: ах, все пропало, пропала страна, пропала молодежь, вся испорчена. А я всегда говорила: но мы же с вами есть, мы с вами есть, и капля точит камень не потому, что она такая сильная, а потому что часто и в одно место падает. И мы с вами вне политики, вне религии, мы с вами за чистоту литературного языка, за эстетику, за литературу, за поэзию. Вот в этом плане будем общаться. И далее потом я нашла для себя замечательную строчку Дмитрия Быкова, которую повторяю теперь по итогам любого нашего события. И я говорю: ну что, господа, спасибо всем, или там, дорогие друзья, спасибо всем, кто пришел, участвует и поддержал. А мне останется завершить нашу встречу традиционными словами: а я иду в библиотеку, и там сижу до 10. Порядочному человеку в России есть куда пойти. Понимаете, никогда еще эта фраза не оставалась, скажем, сказанной в пустоту. Обязательно следует реакция. Но у вас может быть что-то другое. Вы можете найти в соответствии со своим образом и с той ролью библиотеки вашей в той социально-культурной среде, в которой вы находитесь, это могут быть другие слова. Но они должны быть не менее проникновенными, и они должны ложиться на придуманный вами образ. Еще далее, при наличии группы поддержки, это может быть коллектив, коллектив библиотеки, сотрудников. Это может быть ваши друзья, единомышленники, приглашенные вами. Предлагаю устроить мозговой штурм с целью, значит, более четкого определения, что, как видят библиотеку, как видят ее со стороны, какой они ее видят и какой хотели бы ее видеть. Поверьте, когда мы с сотрудниками начали подобный мозговой штурм, и я им разрешила фантазировать влево и вправо, не ставьте, задачу поставила, не ставить ограничений ни материальных, ни территориальных, никаких. Разрешаю фантазировать вплоть до постройки вертолетной площадки на крыше библиотеки, чтобы президент почаще к нам прилетал, и всякие прочие дела. И поверьте, подобные мозговые штурмы очень действенны и иногда являются прямо поводом к дальнейшим каким-то шагам, действиям. Переходим дальше. Ну вот это к дальше вот такие слайды к, скажем, моим словам о том, что личность руководителя
она представляет библиотеку. Я себе, то есть передо мной руководителем были поставлены задачи, используя все имеющиеся в доступе средства, в том числе и личные компетенции профессиональные, сделать так, чтобы былая слава Пушкинки в городе Сочи была возрождена, чтобы о библиотеке Пушкина, о ее деятельности знал каждый житель города и через одного отдыхающего. Естественно, имея коллектив, в котором только я имела профессиональное образование, а остальные в основном люди младшего пенсионного возраста и абсолютно непрофильного образования, то есть это бухгалтер, экономист, техник БТИ, воспитатель детского сада. То есть очень сложно было, скажем, выполнять эти задачи. Поэтому начали по классике с себя. Начали присутствовать на каждом знаковом событии. Приглашают управление культуры принять участие в краевом конкурсе кубанской частушки. Хорошо, принимаем участие, набираем группу поддержки, заявляемся и едем. Ну, пусть меня простят организаторы, может быть, частушка была не совсем кубанская, потому что к тому времени я прожила в городе два года или три года. Вот. Но, тем не менее, далее, открытие экскурсионного маршрута «Исторический бульвар», который проходит мимо библиотеки, значит, конечно, мы обязательно включаемся, мы приглашаем своих постоянных читателей, мы строим декорации у библиотеки, ведь библиотека является одним из объектов показа. Далее, ну, естественно, новогодние традиционные в Сочи парад Дедов Морозов, живущие в центральной, скажем, части России или в Сибири, значит, ну, не могут себе представить, что такое Новый год в городе Сочи. Тем не менее, хорошо, и библиотека будет в этом участвовать, почему нет. Итак, после того, как мы с вами определились с личной позицией, как мы рассмотрели свои личные творческие и нетворческие, административные, еще какие-то компетенции. Вот далее мы садимся за рабочий стол, берем лист бумаги, делим его пополам и начинаем, призываем в помощь основы менеджмента и начинаем глубокий анализ. Вот пест-анализ, исследование внешней среды, влияющей на учреждение. Расположение, естественно, влияет на деятельность библиотеки, где она находится. Библиотека, либо она находится в маленьком селе, либо в каком-то отдаленном микрорайоне, либо в центре города. Анализируем, ставим расположение в плюс или в минус библиотеки. Далее, фактическая и потенциальная целевая аудитория, то есть пенсионеры, студенты, местные жители, в нашем случае отдыхающие. Почему я говорю фактическое и потенциальное? Потому что аудитория, целевая аудитория, пользователи библиотеки могут кардинально отличаться, вот фактически то, что есть сейчас, от того образа, от той роли и миссии библиотеки в городской среде, которую вы себе нарисовали. И вы должны, четко проанализировав, записать, какая целевая аудитория преобладает сейчас и какой бы вы хотели ее видеть. Кого вы собрались завоевывать еще? Кого вы хотите увлечь тем самым образом библиотеки, которую вы придумали? Существующие и потенциальные партнеры. Ну, естественно, партнеры... Ну вот, допустим, партнеры библиотеки.
Это Сочинский колледж искусств, концертно-филармоническое объединение, музей «Дача Барсовой». Да? Это партнеры. Мы приглашаем их для совместных каких-то событий, и они с радостью отзываются и включают нашу деятельность. Мы заключаем договор, и они включают деятельность в свое муниципальное задание, и мы дружно с ними общаемся. Потенциальные партнеры – это те, кого бы вы хотели видеть в друзьях. Каждый раз, когда я выхожу на крыльцо своей библиотеки и вижу огромные сетевые отели, вот такие монстры, которые окружают маленькую двухэтажную библиотечку, я все время думаю, ах, как бы мне хотелось с ними подружиться. И после того, как мне хотелось с ними подружиться, я себе поставила такую цель. И в этом году эти шаги, в принципе, были реализованы. Мы подружились с Пульман отелем, мы провели там несколько событий совместных, но, к сожалению, ограниченный режим деятельности не позволяет нам широко использовать подобные связи. То есть вот потенциальные партнеры – это те, с кем бы вы хотели дружить. И далее. Партнеры и круг друзей и единомышленников для меня – это немножко разные вещи. Потому что круг друзей и единомышленников, он может формироваться не только из административных лиц, не только из окружающих вас организаций, общественных организаций, творческих объединений. Это могут быть ваши личные друзья. Это может быть ваш круг интересов, которые примкнут к вашей библиотечной деятельности и будут вам хорошей опорой и поддержкой. Точно так же вы в этом анализе определяете конкурентов и угрозы, которые они несут. На самом деле это просто звучит так, вот написано так страшно, да, конкуренты и угрозы. На самом деле, но кто может быть конкурентом библиотеки? Это могут быть и бюджетные организации, в том числе, которые проводят свои события в одно время с библиотечными. И тогда количество людей, посещающих ваши события, уменьшается. У меня замечательный наш отель «Жемчужина» может быть конкурентом. Очень часто проводятся выставки, презентации с бесплатной дегустацией каких-то продуктов, с какими-то интересными событиями. И, естественно, если это совпадает с событиями библиотеки, то наши пользователи с удовольствием топают пробовать различные индийские чаи, а наши стихи и романсы откладывают на потом. Далее. Нужно очень честно перед самим собой их определить. Ресурсы. Замечательно, что бюджетное учреждение уже имеет их как данность. Мы имеем помещение, свет, тепло, воду, штат сотрудников, заработную плату. Вот это замечательные ресурсы, которым обладает учреждение культуры бюджетное, и это очень значимый вклад. Плюс ко всему материально-техническое обеспечение, которое пополняется, это компьютеры, это звукоусиливающая аппаратура, это все то, что, чем может нас побаловать управление культурой. И то же самое методическое сопровождение, вы тоже его оцениваете. Что вы имеете? Только лишь вебинары Директ Академии в вашем творческом багаже. Мы, например, первое, что мы сделали, мы подписались на журнал «Современная библиотека», чтобы быть в курсе всех библиотечных событий. Мы смотрим интернет-версии многих журналов, мы смотрим вебинары,
И таким образом повышаем, собственно, самообразование. Так вот, это все вы должны оценить сильные и слабые стороны. Там, где слабо, вы понимаете, что вам надо работать. Там, где сильно, тогда вы используете сильные стороны по мере возможности. И вот таким образом хочу определить, то есть я для себя определила, что необходимо и достаточно для того, чтобы вы были свободны и уверены в формировании имиджа вашего учреждения. Первое, что необходимо, это руководитель как единомышленник. Однозначно, если руководитель не разделяет ваши видения, мечты, фантазии, то, естественно, вы можете брызгать интеллектом, фонтанировать долго и бесконечно, всем вашим мечтам не суждено сбыться, потому что руководитель определяет политику, ну, в данном случае, библиотечной системы города Сочи. Я считаю, что это просто необходимо. Далее, то, о чем я говорила раньше, личный позитивный настрой. Если я определила, что мне это очень надо, зачем мне это надо, что я имею снаружи, что я имею изнутри, то есть я четко понимаю, что происходит, и с этим осознанием я вот намерена выстроить деятельность библиотеки в том или ином ключе. Вот это так. Личный ваш имидж – это то, о чем я говорила, продуманный в соответствии с задачей ваш личный образ, потому что руководитель библиотеки в городской среде – это лицо библиотеки. Где бы вы ни были, вы обязаны следить за своей речью, за своей одеждой, за своей прической и, собственно, вообще за... затем, как вы себя ведете в городской среде, потому что вы не можете знать всех своих пользователей, а они вас точно знают. Поэтому вот доля личной ответственности вот, и поддержание личного имиджа, который просто неотделим от имиджа библиотеки, это обязательно. Ну и все-таки, скажем, хочу оправдать собственное такое творческое хулиганство. Доля здорового авантюризма, она тоже обязательна. Профессиональная смелость и хитрость, изворотливость и умение плавать в современных городских течениях, это тоже обязательно. Ведь без смелости ничего не произойдет. Вы просто обязаны быть смелым и решительным человеком и брать на себя ответственность за то, что вы делаете. Ну вот я покажу вам, назвала следующие слайды. Это вездесущая Пушкинка. То есть за 8 лет ценой вот такого, в результате вот таких целенаправленно сформированного такого образа коллектива библиотеки имени Пушкина нам удалось зарекомендовать себя такой, знаете, боевой единицей такой на культурно-нравственном, на духовном фронте, на интеллектуальном небосклоне. Вот, значит, показываю там, где мы в тельняшках, это библиопутешествие по морям, по Черному морю было у нас театрализованное событие, где мы в народных костюмах, это Масленица, городской праздник, вот который уже 5 лет проводит библиотека имени Пушкина. Отвечаю попутно на вопрос. Наш режим работы сейчас, пока мы находимся в режиме ограниченной деятельности, мы работаем с 9 до 6, с 2 выходными, пятница и понедельник. Мы обслуживаем читателя не больше 20 минут, соблюдая расстояние и все санитарные меры. Ну вот здесь тоже костюмированные мы представляли коллекцию своих читателей на дне города.
Это выставка, проходящая в Зимнем театре, где мы тоже обязаны быть. Также избирательная кампания, в которой библиотека обязательно участвует. Я бы могла вам фотоархив библиотеки демонстрировать долго, потому что ярких событий в жизни библиотеки очень много. Но, допустим, взаимодействие со СМИ, почему я назвала этот файл «Сам себя не похвалишь»? Да потому что это необходимо. Если вы хотите, чтобы о вас знали, то сидеть в замечательном читальном зале и ждать, пока о вас вспомнят, что вот есть библиотека и к вам придут, это дорога в никуда. Вы должны сами проникать в эту среду. Ну вот на слайдах подробное интервью ко дню работников российских библиотек. Вы сможете увидеть его на Ютубе. Точно так же мы очень замечательно сотрудничаем со всеми телекомпаниями города Сочи. Они очень любят к нам захаживать на всякие наши события и новинки. Несмотря на то, что мы публикуем наши планы на сайте библиотек, все знают, но лишний раз позвонить и сказать: «Здравствуйте, ребята, вы давно у нас не были, приходите, пожалуйста». Это не очень, требует не очень много, скажем, усилий. Дальше, значит, ну вот пусть говорят, что дружбы женской не бывает, и пускай болтают. Так я это назвала, да? Как экономиста сделать библиотекарем? Это к вопросу о кадровой составляющей любой библиотеки. Но, к сожалению, не избалованы мы замечательными профессиональными кадрами, поэтому усилия руководителя по превращению работников из других сфер в работников культуры, библиотекарей, это очень нелегкий труд, но, вы знаете, он очень благодарный труд. Ну, я перепробовала все, я быстро вам скажу. Технологии по формированию корпоративной культуры, то есть я рассматривала всякие корпоративные встречи, праздники совместные, походы какие-то. Все это не сработало. Не сработало. В нашей библиотеке из 8 сотрудников каждый личность. Нет людей серых и невзрачных. Личность каждый. Со своим набором личностных качеств. Со своим интересной жизненной позицией. Поэтому не случилось. Далее потом использование административного инструмента. Премии, отгулы, там еще какие-то, все, что в моих силах. Ну да, скажу спасибо за премию, но в следующем месяце, если вы не посчитаете нужным, скажем, если человек не совершал никаких, ну, расширенного характера деятельности, вы не наблюдали, и эту премию он не получил, то вы потом очень плохой человек, нехороший. Далее, личный пример. Конечно, личный пример и тот образ, который мы придумали. Ну, конечно, он, я так думала, что он просто должен срабатывать. Он постоянное поддержание себя в тонусе, интеллектуальном, физическом, эстетическом. Так, я бы не сказала. Когда женщины видят тебя в замечательном новом платье, они говорят: ну да, конечно, у нее там, наверное, там муж, любовник, не знаю, у кого, насколько еще фантазии хватит. Да? То есть, как бы, нет. Метод убеждения. Я всегда своим говорила: Господи, я вам это уже 25 раз рассказывала. Но почему я как попугай повторяю одно и то же? Вы знаете, повторяю. Вот 8 лет целенаправленно повторяю прописные истины, основы, нацеливаю, прошу. Ну, как-то так. Вот. А вот метод стремительного погружения и вовлечения в творческий процесс –
Вот это сработало. Это сработало, когда мы реализовывали пушкинский проект. И я хорошо про, ну, уже хорошо зная своих сотрудников, разделила творческие аспекты и жизненные из биографии Александра Сергеевича, разделила сотрудников в соответствии с их предпочтениями. Это была суперудачная идея. Ну, например, Валерий Анатольевич у нас работает, библиотекарь электронного зала. Когда я ему поручила направление «Чистейшие прелести», «Чистейший образец», «Дамы в жизни Пушкина», ну, конечно, он это сделал по-мужски, очень, скажем, ну, с интересом. Но там родословная Пушкина, Пушкин в Краснодарском крае во время путешествия. То есть вот эти все сказки Пушкина, это сказки для взрослых, вопросительный знак, такая тема была. И когда сотрудники пропустили это через себя, когда они выступили на нашем, ну, у нас есть клуб творческого общения, поэтический балкон, и они выступили со своей темой, показали, рассказали, придумали различные там закладочки, вкладыши, все это. Вот вы знаете, это сработало. Это сработало настолько, что позволило нам заявиться на всероссийский конкурс и стать лауреатами, получить дипломы второй степени. Вот это сработало. На этом сейчас двигаемся дальше. Время идет. Так, что такое? Почему у меня не двигается? Почему не двигается презентация? Так, вот так. Соединить несоединимое. Переходим к одной очень интересной теме, которая сегодня лежит просто на рабочем столе. Как совместить традиционные формы работы и новый библиотечный формат деятельности? Ну вот больше года мы уже работаем в режиме онлайн. Читальный зал, ну, деятельность читального зала, общение с читателями запрещено, и мы работаем в режиме онлайн. Хорошо, что профессиональная хитрость и чутье, а также помощь, в том числе и директ Академии, и замечательные друзья библиотеки в лице Юрия Юрьевича Черного, который очень стремительно и, так скажем так, добровольно, принудительно погрузил меня в медиапространство и вообще к принципам работы в медиапространстве. Мы странички библиотеки в социальных сетях создали раньше, чем это стало необходимо. И к тому времени, когда, собственно, режим самоизоляции был, и далее наши странички в социальных сетях уже работали в полной мере. Я буду, скажем, форсировать, рассказывать я могу долго, но вот, скачав нашу презентацию, вы увидите адреса страниц наших библиотечных в социальных сетях, и мы будем рады общению с вами на наших страничках и ответить на различные санатории, на различные предложения. Читаю в чате. В каждом санатории Сочи имеются библиотеки. Как вы взаимодействуете с библиотеками санаториев? По большому счету никак. Как правило, территории санаториев – закрытые территории, и библиотеки в санаториях работают по своему плану, и с муниципальными библиотеками не взаимодействуют никак. Как мы работаем в интернете? В чем успех нашей деятельности в медиапространстве? Чуть дальше я об этом расскажу. В этом файле вы увидите, что мы используем. Ничего необычного. Личные смартфоны сотрудников. Мы перечислили, какие. Мы пользуемся бесплатными видеоредакторами на смартфон для работы с роликами. Стандартными программами.
Видеоредактор, вот самое последнее, видеоредактор Movavi. Понятно, что установить нелицензионные программы на рабочие компьютеры мы не можем. Мы решаем это в соответствии с личными нашими предпочтениями и той долей личной ответственности. Просто сотрудник принес свой ноутбук, и в этом видеоредакторе работает и делает фильмы. Ну вот яркие события вы можете увидеть, скачав презентацию на Ютубе. То, что мы выкладываем, да, хочу особенно обратить ваше внимание на вот квест-игра «Добавим Пушкина в друзья». Было проведено 32 онлайн-мероприятия, и 34 тысячи просмотров имеет только эта маленькая форма деятельности. Вот здесь, значит, вы увидите все, что захотите. Это у нас в читальном зале появилась новая сотрудница Лариса Муханова, которая замечательно владеет вот этими технологиями и очень интересная форма онлайн-деятельности. Вот здесь график. Я хочу обратить ваше внимание, да? Значит, 20-й год, черная линия, в январе 20-го мы начали, в марте мы ушли на самоизоляцию, и вот такой неровной, скачкообразной была наша работа в социальных сетях. Была одна вирусная публикация, которая набрала 200 тысяч просмотров. Вот. А вот желтая линия – это уже 2021 год. Наша деятельность стала более ровной, более осознанной. И вот так это выглядит в 2021 году. Но формы и методы работы библиотеки в социально-культурной среде, я думаю, что это отдельная тема нашего, скажем, отдельная тема нашего общения, да, но, тем не менее, мы это делаем. Замечательный был проект «Страницы Великой Победы», в рамках которого была создана концертно-фронтовая бригада «Пушкинки». Вот, и вот она уже столько лет работает. Мы приобрели форму, мы читали фронтовые стихи и пели фронтовые песни, мы рассказывали о фронтовых поэтах и различные истории. Это очень удачная форма работы, концертно-фронтовая бригада. И вот к сожалению, пандемия внесла свои коррективы, но поэтический балкон и концертно-фронтовая бригада онлайн, она работает. Творческий вечер «Диалог» в Пушкинке накануне саммита «Африка». Но это было то еще приключение, я вам скажу. Это было из разряда такой профессиональной дерзости, да, или такого профессиональной смелости накануне того, когда президент собрал в Сочи всех глав африканских государств. А мы решили, что почему бы нам не провести диалог, межкультурный диалог в рамках библиотеки. Совершенно интересное, волшебное было мероприятие. И когда я говорю о смелости, не бойтесь. Хорошо проанализировав друзей библиотеки, либо известных и каких-то знаменитых, но состоявшихся в различных сферах деятельности людей, своих, допустим, либо учеников, которые выросли при библиотеке, либо людей, либо их родственников, которые так или иначе взаимодействуют с библиотеками, вы всегда можете наполнить библиотеку очень интересным содержанием. Сразу отвечу. Многие говорят, ну, конечно, это ж Сочи. Да что Сочи, что Ярославль, что Омск, что любые другие города, проблемы и заботы у всех одинаковые. У каждого города есть свои приоритетные направления для реализации.
И понятно, что сфера культуры у всех финансируется одинаково. И у кого-то в большей мере поддерживается, у кого-то в меньшей. Ну вот я с вами делюсь своим опытом приобретенным. И, скажем, может быть, он будет кому-то полезен. Конечно, хочется видеть. Когда-то я прочла строчку Юрию Юрьевичу Черному из стихотворений. Это почти неподвижность и мука. Мчаться куда-то со скоростью звука. Мчаться и думать, что есть уже где-то некто, летящий со скоростью света. Ну, конечно, московские библиотеки, многие для нас пример. Ну, конечно, очень хочется профессионального общения. В прошлом году я имела такое счастье посетить московские библиотеки. Много чего там я для себя почерпнула. И многое из того, что я там слезала, я сейчас в стадии реализации. Евразийский фестиваль «Лифт». Библиотека была одной из площадок Евразийского литературного фестиваля. Я вам скажу, что все просто. Никакое Министерство культуры никого никуда не посылает. Все начинается и заканчивается алгоритмом вашего творческого общения, вашей динамики, вашей энергии. Каждый человек, который входит в библиотеку, уже заранее друг, потому что он сюда зашел. И наш коллектив никогда не жалеет сил, времени на подобное творческое общение. Вот точно так же руководитель фестиваля Маргарита Аль, будучи в Сочи, мы пригласили ее просто на еженедельную встречу на свой поэтический балкон. Результатом этой встречи стало участие библиотеки в таком значимом, замечательном деле, как литературный фестиваль «Лифт». Благодаря этому фестивалю библиотечное пространство раздвинулось. Вот мы с вами видим Казахстан, Белоруссия, Австрия, Армения, Германия, и со всеми этими писателями, творческими людьми, поэтами мы общаемся до сих пор. Плюс ко всему они подарили библиотеке множество своих книг, и это очень приятно. Посмотрю при вашей активности вопрос, сколько времени удается уделять семье? Я думаю, тот, кто это спросил, не так давно работает в сфере культуры. Моя семья – это практически династия. Мы, мои сыновья и их жены, они тоже имеют отношение к культуре, они тоже работают в сфере культуры, в том числе и в централизованной библиотечной системе города Сочи. На вопрос, все хорошо и интересна только работа с книгами и через книги. Где? Спасибо огромное вам за этот вопрос. Просто благодарю, потому что я несколько ушла от темы. Работа, значит, вот когда вы уже создали библиотеки, вот такой имидж быстро реагирующего на вызовы времени учреждения культуры, вот тогда вы имеете право тихо съехать на истинно библиотечные формы работы. Скажем так, вот тогда уже вы, все, что вы делаете, все через книгу. Так, мне подсказывают, что я ушла в сторону и не показала итог нашей онлайн-деятельности. То есть то, что мы делаем вот такими инструментами, я хочу включить фрагмент видеофильма, в котором вы увидите, чем мы это делали, какие приемы мы использовали. Это был наш проект «Портрет на фоне библиотеки». Пожалуйста, посмотрите. А я
попутно что-то поясню. Спасибо тебе, спасибо, что делаешь мир красивым. Счастья тебе, душ наших лекарь, библиотека. Счастья тебе, душ наших лекарь, библиотека. Эту хрупкую невысокую женщину можно увидеть на различных культурных площадках города Сочи. Несмотря на серьезный возраст, она удивительно мобильна, открыта к общению, имеет собственное мнение о качестве, содержании спектакля, концерта, выставки. Валентина Максимовна Васильева, носитель профессии, которой вот уже 5 веков предрекают исчезновение, профессии библиотека. Птолемей и Дидро, Кант и Лобачевский, Адоевский и Майков, Пришвин и Чуковский – эти имена прославили профессию. А в Сочи есть Валентина Максимовна Васильева, библиотекарь с 50-летним стажем, заслуженный работник культуры Кубани, член Союза журналистов России. В 2001 году обладатель звания «Женщина года» в номинации «Культура». Удивительная, скромная представительница редкой и, как говорят, исчезающей профессии. В 1962 году я приехала в Сочи и поступила работать на временную работу в Центральную детскую библиотеку. И я так рада, что я задержалась в этой библиотеке, в библиотечной системе, на 50 лет. Ну вот я показала вам фрагмент из фильма нашего проекта «Портрет на фоне библиотеки». Этот фильм снят в том числе и смартфоном, без использования каких-то штативов и специальной техники. Какие приемы в нем использованы, вы увидите, когда посмотрите весь фильм на Ютубе полностью. То есть это интервью, это наложение звука, это монтаж видео в тех редакторах, о которых я вам говорила, это закадровый текст, это пейзажная съемка. Но уж как у нас получилось... мы же не имеем специального образования кинематографического или еще какого-то. Мы учимся вот благодаря Директ-Академии, благодаря вебинарам. Причем мы же с вами понимаем, что возможности библиотеки для окончания платных каких-то курсов, они весьма ограничены. Вот. Поэтому интересные сочинские авторы, о которых меня спрашивают, их множество. Есть Светлана Евгеньевна Шишкова-Шапунова, член Союза журналистов, Союза писателей. Удивительная женщина, пишущая публицистику, прозу. Светлана Евгеньевна Шишкова-Шапунова, наберите, пожалуйста. Есть Галина Дадукина, замечательная сочинская поэтесса. Есть Татьяна Куличинская, замечательная сочинская поэтесса. В конце концов, есть Александр Випрёв, благодаря которому фестиваль «Лифт» приехал в город Сочи. И очень много еще есть поэтов и писателей, с которыми мы сотрудничаем. Дорогие друзья, я буду завершать свою пламенную речь. Если кому-то это было интересно, будем рады. Если кто-то захочет задать еще вопрос, как комплектуется библиотека книгами и периодикой. Комплектуется через управление культурой, обычное, через отдел обработки и комплектации, комплектуется книгами. Еще что касается комплектации, опять же, не ленитесь общаться с людьми, дружить не ленитесь. Очень часто люди, которые так или иначе прикасаются к библиотеке, станут вашими дарителями. Таким образом,
в библиотеку имени Пушкина пришла огромная библиотека пушкинианы. Человек Юрий Михайлович Александров, ныне покойный, пушкинист, пушкиновед, всю жизнь собирал все, что касалось Александра Сергеевича Пушкина, в том числе посмертную маску, различные статуэтки, предметы. И благодаря просто вниманию, обыкновенному человеческому вниманию к пожилому человеку, он подарил нам всю эту свою коллекцию. Не ленитесь, и вы найдете этих дарителей. Очень часто, например, обменный фонд библиотеки пополняется, приходят люди и спрашивают, а не возьмете домашнюю, мамину библиотеку, я не могу ее перевести к себе, у меня нет места, у меня маленькая квартирка, пожалуйста. Ну, конечно, мы находим там книги, которые у нас в силу востребованности, в основном это классическая литература, они приходят в негодность. А в домашней библиотеке они, конечно, сохраняют шикарный эстетический вид. Спасибо огромное вам за такие позитивные отзывы. Я, конечно, волновалась, потому что стаж библиотечной именно деятельности у меня не такой большой. Но я считаю и нисколечко не буду скромничать, что благодаря вот таким усилиям ежедневным, ежеминутным, благодаря вот такой личной проекции на свою профессию, нам удалось библиотеку имени Пушкина, скажем, позиционировать в социально-культурной среде Сочи как маленькую точку пересечения культурных, интеллектуальных, творческих путей в городе Сочи. Когда вы будете на отдыхе в Сочи, обязательно загляните в нашу библиотеку. Мы очень надеемся, что когда-то эти смутные времена с ковидом и со всеми прочими сложностями, когда-то они закончатся. И мы будем общаться не только в онлайн-режиме, но и в личном. Пожалуйста, очень рады, будем вас видеть. Спасибо вам огромное за внимание.